Дорогие друзья, всем огромный привет, всем большой привет, всем подписчикам, подписчику номер один, Марине большой привет, всем большой привет, кто сейчас смотрит это видео. На моей кухне фантастическое событие. 4 конфорки и все работают. Вот, 4 конфорки, все работают. Вот это я уже показывал. Но здесь тоже у меня это необычное блюдо. Здесь пополам курица со свининой. Просто и курицы мало, и свинины мало. То есть, если по отдельности готовить, то не все получается. А вот тут курица со свининой, все вместе. Как-то я готовил, ничего плохого не запомнилось. Все, должно быть все нормально. То есть, специи практически все одни и те же. Также обжарил все вместе. Положил 3 помидорины перезревшие. 2 или 3 луковицы положил. 3 морковки. Специи, которые я уже показывал, на моем канале все это есть. Вот это вот блюдо необычное. Свинина пополам. 50% свинины, 50% курицы. Свинина на ребрах. Это тоже я показывал, каши. Это все видео не про это. Это так, просто предисловие. Все это я показывал. Сегодня мое видео, как отварить гречневую крупу. Вот здесь у меня варится гречка. Начинает вариться. Она еще не варится, только начинает. Так, сейчас мы это мешаем, чтобы не убежало у нас. Молочно-рисовая каша. Вот такой стакан, здесь 150 грамм стакан, полный с горкой риса. 800 грамм молока и 300 грамм воды. И варится до готовности. Как загустеет, попробую, рис мягкий будет, все, значит, готово. И вот такие ложки, 1,5 сахара, сахарного песка. Такое получается видео у меня обширное, сразу про 3 блюда. Вот такая гречневая крупа. Крупа гречневая ядрица. Производитель, по-моему, Дальний Восток. Алтайский край. Село Шипуново. Вот такая гречка. Вот я положил вот этот стакан, 150 грамм. Я положил 1,5 стакана гречи. Промыл ее предварительно в дуршлаге. Вот в таком дуршлаге. В мелком промыл, и рис там же промываю, и гречу там же промыл. 1,5 стакана положил. И ложим, значит, 1,5 стакана гречи и 3 части воды. То есть, если стакан гречи, 3 стакана воды. 1,5 стакана гречи умножаем на 3, получается... Сколько у нас получается? 4,5 стакана воды. Ну, тут, наверное, поменьше у меня получилось, наверное, 4. Ну, 4,5 стакана. И варим гречу 15-20 минут. Практически вода вся испарится, и впитается гречей, и испарится. И она получается, как бы уже не видно воды. Вот чайник закипает. 4 конфорки работают. Редуктор работает на полную катушку. На полную мощность редуктор работает. Так, чайник выключаем. В общем, гречу варим 15-20 минут. Вода полностью испарится и впитается самой гречей. И как бы воду сливать не надо. Делаем медленный огонь маленький. Закрываем крышкой так, чтобы она, вода не убежала, а выходил пар. Она полностью вся испарится.
выкипит и впитается самой гречей. Греча напитается водой. Разбухнет. Делаем маленький огонь сейчас. И 20 минут греча варится. Немножко соли положил. Буквально вот чуть-чуть. Самую грамульку совсем соли. Очень-очень мало. Чуть-чуть. Так что вот такая у меня сегодня приготовка, готовка утренней на весь день и на завтра хватит. На выходные, как бы. А то приезжаем из города, кушать нечего, голодные. Начинаем бутерброды всякие делать, а тут будет все готово, только разогреть и все. Сразу две каши варятся. Фантастика. Когда такое было? Просто надо гарнир какой-то к мясу. Картошка. Рис поднадоели уже. Вот захотелось гречи. Гречи очень давно не варил. Дефицит 2020 года. Не достать было ее. Сейчас греча появилась. Свободно лежит в магнитах. Вот каша уже доходит, уже все. Даже когда рис уже практически это сварился, вот ее выключить газ и дать минут 5-10 постоять, она разопреет, загустеет и будет еще вкуснее. Вот так вот варится греча. Сейчас я буду убавлять огонь. В общем, сегодня видео про гречу. Все это было остальное как бы предисловие, дополнение. В общем, одна часть гречи и три части воды. И 20 минут варим. Воду не сливаем, она вся выкипит. Нам делайте маленький огонь, чтобы не подгорело снизу. Потому что когда вода будет заканчиваться уже, начинает на дне подгорать греча. И некоторые повара, мне знакомые, не будем говорить кто, определяет, что греча сварилась по запаху, когда начинает пахнуть гарью. Это не мультиварка, это как бы прямой огонь, прямое приготовление. И надо следить за блюдом, которое ты готовишь. Особенно далеко не уходить. Вот уже воды мало становится совсем. Кипит-то совсем чуть-чуть. Закрываем крышкой. И 15-20 минут все эта процедура происходит. На маленьком огне. Большое спасибо за просмотр. Такое получилось видео тройное. Три блюда. Ну как бы. Видео про гречу. Как сварить гречу. Напомню, если кто не запомнил, 1,5 стакана гречи у меня было промыто в дуршлаге. И 4,5 стакана вот таких воды. И 20 минут варим. Все, спасибо за просмотр. Всем моим друзьям большой привет. Увидимся с ними, созвонимся. Спасибо за просмотр. До встречи на моем канале.